к нашей теме. К теме воспитания детей. Что мы можем и что получается. В принципе, как люди, воткнувшиеся в непонятную систему, мы теряемся. Из человека, воспитанных в то время, когда коммунизм рулил, мы, пройдя лучшее, а лучшее было, когда можно было реально и качественно раскрутиться, куда влезли то? Я задаю вопрос. Не к вам, к Богу нашему, мною любимому. Что с Россией то? И теперь ответ знаю. Мы воруем. Ну, часть наша, что типа у власти. Вы знаете, есть у меня други, не воры. Так вот, у меня нету дома, как ни у одного, кто бы в возрасте до 50 и до 67. Нету таких. Хотя уровень зарплаты достаточно высок. И что мы будем говорить? Когда человек из провинции в 30 лет имеет дом и говенную, но новую машину, кто-то воровал. И чем он воспитан? Воровал папа или мама, ворует до сих пор. Какое воспитание у данного чудилы? И это не воровство? Ему может казаться, что работая у власти или в чужом кармане, вы можете людей швырнуть. Ну, были такие, их так швырнули, что дорогу на комбинат им отвинтили. И теперь говорят, лоханувшись сами, что магнитка в говне. К слову, о том, о наших поселках. Да воруют все, от строителей до любых начальников любого производства, как и бизнеса. Я не могу позволить себе нормального журналиста. Меня воспитали, когда каждый получал сумму от $1000. Конечно, это немного, но их еще и достать-то надо. Вот это интересная тема сегодняшнего дня. А вот еще тема. Олигархическое варье. От штуки баксов и выше. Без веры в Бога. Ну просто искусство в массы. Что с массами нашей, из которых я-то не сильно выделяюсь. Как мы можем воспитать дитя? Хочется воткнуть в него то, что в детстве мне не дали. Что мне хочется? Да по сути немного. Растяжка, чтобы он был в форме. Возможность дать сдачи, а то по хлебальничку я тоже получал. Лучшие навыки общения, а это английский и музыка. Вот, собственно говоря, и все. То есть и первое, и второе, и третье во мне присутствуют. С музыкой сложно. С этим проблемы. Может быть, я и спою, если получится. Но теперь вопрос то другой. И собрав все воедино, мы говорим о финансах и вспоминаем любимую мою молодость. Тогда все до единого получали. И это была наша суть – воспитать должного человека. Вот с этой сутью наши олигархи не справляются. Они в варье сидят. Кажется, что своровав у народа счастье, для них будет больше. Ну да, здесь от рождения до смерти. И ладно, хоть Господь нам отвел срок маленький для такого нашего бытия. И по сути, в мире, в котором мы живем, а это ад, мы должны быть лучшими, как это сделал Иисус Христос, Бог, от Бога рожденный. И вы даже рядом с Ним не находитесь, вы отражение. И никогда, даже построив молельный дом, вы к Нему не приблизитесь. Это наш Бог. Любить и уважать Его надо. А лучше и внимательнее почитать, что говорится в Библии. И поверьте, в ряду вещей отвергнутых ваше воровство и присутствует. Доживите и воруйте, как в нашей поговорке. Бог не Микишка, у него своя книжка. Вот поэтому мне мало жаль наш город. Было бы больше, было бы проще. Я знаю, что такое сюткай. Самый лучший и быстрый способ из карате остановить противника. Я не говорю про черные даны. Кому-то это нравится. Часть лучшего – это коричневый пояс. И поэтому, чтобы он показал ранее, что бить по голове и лучше этого не делать. Я говорю про голову нашу. Не давайте ее в обиду. В нашей голове наше лучшее. И воткнув туда ум, а с этим нам, с нашими любимыми и наглядными, делиться лучше. Мы сможем сделать их будущее лучше нашего. Ну так мне кажется.